Просто не спрашивая. Пригоняй на Байкал. Кстати, реально, я очень сильно хочу на Байкал. И если все будет хорошо, то я бы, наверное, в конце февраля поехала на Байкал с Сашей на пару дней чисто повайбить. Я прям недавно наткнулась на фотографии, вспомнила, что такое чудо света существует, и мне очень захотелось. Я хомяка купила, реально, хомяка. Кому на ДР идешь? К Туране. К Туране иду. Бедный брат, так ему-то что? Ну хотя, да, я его тоже не спрашивала.